войска, надежный щит России, ракетчик я. И этим я горжусь, стоите вы на страже мира, верой и правдой вам служить клянусь. Дальний Восток, тайга, сопки, озера. Суровый и прекрасный край. Здесь проходят воинскую службу вчерашние школьники, молодые рабочие, колхозники. Служба ракетчика сложна и ответственна. Об этом напоминает молодым солдатам командир батареи капитан Зеваков. Чтобы в совершенстве овладеть оружием, нужно иметь знания в области физики, электроники, механики, баллистики. Комсомольское собрание. Конечно же, солдаты говорят о самом важном, что происходит в их жизни сегодня. О подготовке к предстоящим выборам в Верховный Совет СССР, о социалистическом соревновании в подразделении, о том, как достойно встретить всенародный праздник, День Советской Армии. Впереди учебные стрельбы, ответственный экзамен. Он покажет, как воины владеют современным оружием. Меткость стрельбы зависит от кропотливой подготовки, от знаний, которые передали воинам командиры, от мастерства, помноженного на упорный труд. Пусть бой учебный, действовать надо, как в настоящем сражении. Ракетчик знает цену каждой секунде. Надо доказать, совершенное оружие, доверенное тебе Родиной, в надежных руках. Пуски прошли успешно. Час отдыха. Вспоминается родной дом, мать, отец, невеста. И песня сегодня тоже о доме, о любимом. Надо написать весточку, рассказать, что дела идут нормально, что батарея награждена переходящим вымпелом военного совета, рассказать о своих замечательных друзьях.